Работая со звуком на концертной площадке или в студии, не спешите лезть в настройки эквалайзера, компрессора или мультибенда. Создайте свой микс, создайте баланс с помощью гейна и фейдеров. Если вам не понравится то, что у вас получается, сходите на сцену, либо к источнику и проверьте, правильно ли у вас установлены микрофоны, правильно ли сделана коммутация. Пообщайтесь с музыкальным директором и узнайте то, каким образом он видит звук и аранжировку. И с этими знаниями возвращайтесь к консоли и применяйте ваши знания в области эквализации, компрессии и мультибенда. Таким образом, вы сохраните тот звук и то звучание, которое придумала группа, с которой вы работаете. Всем добра!